думает, как бы быстрее сбежать со стадиона. Чисто внешне, как будто для него это повинность. Удар! И что, это мяч в воротах? Да, это гол! Господи, так мяч интересно отскочил, что показалось, что с внешней стороны. И не сразу стал радоваться, главное, Штефан Кислинг. Это мяч в воротах. Даже на нашем ковсетке. Ой-ой-ой, рефери. А он и не хочет даже смотреть, не хочет даже замечать. Феликс Брех. Вот она, эта дырища-то, из-за которой мяч в сетку попал. Да меня, говорит, это не интересует. Завязывает кто-то тут из представителей Хоффенхайма эту дырку, но сейчас-то уже это совсем не актуально. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот в какой ситуации интересный Феликс Брех-то оказывается. Да нам показывать уже не нужно этот момент. Мы видели прекрасно, что мяч в дырку попал. Что вот теперь делать Феликсу Брыху? Вот это вопрос. Этот второй гол. А тем не менее он случился. И как здорово попал. Да ладно. С стороны зашел в ворота. Ну конечно, не было никакого гола. Как мяч в сетке-то оказался. Телевидение. Там оказывается дырка в сетке. Ничего себе, а для чего? Бездушный такой удар. А, добрый вечер. Да, это нам напоминают, чем должен заниматься помощник главного арбитра. И перед матчем, и в перерыве, это проверять сетку. И нам показали запись, как он проверил все это. И вот вам, пожалуйста. Вот она. Это... Дырище.